На Тихоокеанском побережье Коста-Рики в поселке Пунта-Моралес идет строительство экологичного грузового парусника под названием «Сейба». Его спроектировала канадская компания Sail Cargo. Вдохновением послужила старинная финская торговая шхуна «Ингрид». Деревянный парусник 45-метровой длины строят из упавших деревьев, а также из вновь выращенных на местах вырубки. Судно будет оборудовано двумя электродвигателями, работающими на энергии солнца и ветра. Электромоторы помогут маневрировать в портах. Судно сможет перевозить 350 тонн груза. На строительство в Коста-Рику приехали 200 рабочих из 27 стран. Хорошо быть частью такого масштабного проекта. Замечательно и само судно, и его воздействие на природу. Я очень надеюсь увидеть, как это повлияет на судоходство и на экспорт товаров из Коста-Рики. Я приехал сюда отчасти из-за этого, но мне также интересно строить такое огромное судно. На реализацию проекта требуется 4 миллиона 200 тысяч долларов. Компания планирует окупить расходы за 6 лет. Парусник введут в эксплуатацию в 2022 году. Авторы проекта хотят доказать, что даже в 21 веке можно перевозить грузы на судах, не загрязняя природу.